Как пропаганда создает альтернативную реальность? Нарративы белорусской государственной пропаганды рисуют альтернативную картину, которая не соответствует реальным фактам. При помощи искажения фактов белорусские де-факто власти оказывают влияние на людей, формируя их мнение и убеждения. Запрет на альтернативное мнение через репрессивное законодательство не предоставляет полной картины для принятия решений. Анализируя высказывания госпропагандистов, можно выделить тенденцию к опасной риторике и мотивам. Госсми и власти используют язык вражды в отношении несогласных с государственной идеологией. Язык белорусской пропаганды оправдывает насилие и нарушает принципы гуманизма и прав человека. Хотите знать, как отличать проверенную информацию о пропаганде? Оставайтесь с нами!